когда в Питере начинается продажа курешки, вокруг стоит такой хороший огуречный запах, потому что курешка пахнет огурцом. Почему? Дело в том, что она как бы растет в море, это морская рыбка, а попадая в Неву, в пресную воду, она очищается от соленой воды и приобретает вот этот вот интересный огуречный запах. И, кстати, по нему всегда можно судить. Если огуречный запах у курешки есть, у питерской, значит, курешка свежая.